А знаешь, почему куфета в город сейчас не пускают, короче, мужики? Короче, вот эти военнослужащие, короче, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек. И их найти не могут, из-за этого не выпускают в город никого. Ну, короче, теперь ни в город никуда пока не выедем. Из-за чего? А там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Заебись? Ну, короче, либо, говорят, дезертиры, ну, мобилизованные, либо добровольцы, короче, непонятно. А-а-а.